Чтобы быть хорошим пиарщиком, надо быть и прекрасным журналистом. Тогда они смогут найти и продвинуть ту новость, которая будет интересна всем. Об этом рассказал руководитель пиар-службы Нефис Групп Айгуль Мирзаянова в рамках мастер-класса в Высшей школе журналистики КФУ. По ее словам, хоть и пиар-отдел часто конфликтует с редакцией новостей, они должны быть в дружеских отношениях, ведь именно пиар-служба поставляет эксклюзивную информацию. Кроме этого, спикер затронул тему отличия пиара от рекламы. Профессия имеет такие колоссальные тонкости, которые вот как раз и отличают информацию, которую у вас возьмут бесплатно, от информации, которую надо пускать только за деньги. Вторым спикером была начальник службы национального вещания ГТРК «Татарстан» и заслуженная артистка России Лея Загидуллина. По ее мнению, карьерная лестница – это не должности, а профессионализм. Необходимо постоянно оттачивать свои навыки, обучаться и читать полезную литературу. К выходу в эфир надо относиться очень ответственно, и всегда должно присутствовать творческое волнение. Они сидели постоянно, шевелили свои мозги, придумывали что-то кроме этого. И действительно, каждый из них, вот вся эта группа, и я очень счастлива, что я, ну, скромно, но помогла им вот укрепиться в этой нашей прекрасной профессии. Благодаря мастер-классам студенты получают много знаний не только о телевидении, но и связи с общественностью. Ильвина Хадимуллина, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На этом у меня все. Будь всегда в теме с Универньюз. Пока!